Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я делаю снасть на карпа. Вот такого он получается вида. Здесь грузик, потом кормушка и три поводочка. Ну, если здесь вот поменять крючки на более мелкие, то эта снасть пойдет и на тарань. Если поставить крючок более с длинным цевьем, на леща пойдет. Поэтому она почти универсальная. Ну что, приступим. Берем леску. 0,5 я беру. Делаем петелечку. Лишнее обрезаем. И теперь смотрю, сколько мне надо. Так, далее. Цепляю вертлюжок с карабином. А теперь вместо грузика и кормушки мы подцепим фидерную кормушку. Вот. Смотрите, как оно красиво получается. Здесь прикормка, а тут у нас пойдут поводки. Так, теперь вяжем поводок. Раз, два, 4, 5. Так, теперь вот эту сторону запускаем вовнутрь и затягиваем. Получается у нас такой вот поводочек. Так. Следующий. Петелечка. Это нижний край. Обматываем вокруг основной лески. 3, 4, 5. Теперь всовываем его внутрь. Леска жесткая. Бывает и так, не получилось. Раз, два, три, четыре. Обязательно смачиваем, потому что оно перегорает моментально. Красивенько. И третий поводок. Три поводка готовы. Теперь делаем окончательную петельку для крепления к основной леске.
Теперь делаем поводочки. Берем крючок. Теперь берется силиконовый противозакручиватель, отмеряем длину нашей иголки, чтобы она не была больше. Надеваем иголочку на противозакручиватель. Цепляем его за поводок, чуть-чуть нам короче сделать, и теперь насаживаем противозакручиватель на поводок, лучше шел, я его смочу. Теперь надеваем его на поводочек, петля в петлю.
дальше натягиваем его на нашу петельку. Сюда. Ну, до самого конца. Вот таким макаром. Вот такой поводок получается. Ну, в принципе, то же самое со вторым и с третьим поводком. Я уже показал. Получается вот такая конструкция. Вот такая конструкция. Значит, поводок, он до основной лески не достает, поэтому перекрестов никаких не будет. При забросе, при вываживании и при ловле. Вот все, что я хотел вам рассказать. Все, будьте здоровы.